чё, блядь, андерпас? Андерпас и схемота. Ну-ка. О! Ой, блядь. Это был пиздец. Три. Четыре. Нет, это три. Надо подразнуть. Четыре. Пять. Ой, бля. Прикольный. Вот это будет 6. Шесть, а тачка почти разбитая. Надо 30, чтобы было. Вот это 7. Блядь. Это 8. Это 9. О! Аккуратненько. 10. Вот так. Если бы я сначала так ехал, а то я почти тачку уже разбил. 11. Чук-чук-чук. 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 Чук-чук-чук-чук. Чук-чук-чук. Еще 5. Похоже, я не выживу, у меня тачка уже разбитая, все. Блин, вот эти машины еще мешают. Еще 3. Еще 2. Не знаю, еще один удар и все, и я готов. О, еще один, так же аккуратно проехать и все. Бля, надо было за 3 минуты проехать, а уже больше 3 минут прошло, так что я уже не выполнил. Ну ладно. О. Ну да. Надо было за 3 минуты. Ну я почти тачку разбил, блин. Чуга, 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 чуга. 2 подряд получил. Под этими я уже проезжал, а вот под этим нет.
еще два. Вон еще два. У-ху. Нет, это один. Чуга-чуга, чуга-чуга, е. Yeah. Это прикольное задание. Меня прет. О, я. Got the game. О. I'm doing well. Yeah. Вот так надо, ёпта. И вот так нахуй. Опа! Еще один. У-ху! А, пропустил. Вот так! Так, вот это попробуем. Тут нужно выполнять трюки, чтобы сердцебиение подросло. Сейчас почитаем подробнее. Больше ничего, в принципе-то, и не написано. All right. Вот это тачка. Где тут выполнять трюки, когда тут скорок нету ни хрена? На то можно кататься круто. Вот это тачка, пипец. Оу, я! Фу! Горам почам пойдем. Короче, тут просто быстро ехать, тут прыгать негде, горок нет вообще. Ча-ча-па-да! Во, прыгнуть! У-ху! Ой-ля-ля! Охренеть! Прыгнул еще, перевернулся и поехал дальше, блядь! О, горки! Шкамамадуна! Это весело, блядь! И чё? Я должен был что-то сделать за 1 минуту 30 секунд. Я не понял ни хрена. Я должен был что-то сделать за 1 минуту 30 секунд. Но тут прыгать негде. За 1 минуту 30 секунд я должен поднять сердцебиение. Но до каких? Причем тут негде прыгать, чтобы побольше поднималось.
только постоянно делает дрифт. Не знаю. Это я могу, блядь. В Need for Speed научился, ёпта. И все, что я сейчас сделал, пошло на смарку, блядь. Короче, нужно за 1 минуту 30 секунд навыполнять все этой хуйни до таких, чтобы у меня сердцебиение подскочило. Но до каких? Я не знаю, блин, дерьмище. Написали бы до каких, а то не пишут ни хрена. Ладно, продолжим выполнять обычные задания синие. Прыгать негде, блин. Откуда я знаю, до каких пор надо эту всю хуйню делать? Так, еще один гараж могу купить, посмотрим, что там будет. Вот он. За 5000. Больше, по-моему, гаражей не видел я здесь. А ну-ка. Один челлендж какой-то открывается. Посмотрим. Вот это. Freeway Face Off. Ага, это гоночка против гиперкара на одном кругу. Так написано. Special Delivery потом посмотрим. Давай вот это. Freeway Face Off. Так, а из апгрейдов я что могу купить, нет? Income Multiplier еще бы хотелось купить. Это 9 синих заданий надо выполнить. Recharge Speed 19 заданий. Ability Bar Size 75 тысяч надо. У меня 87, так покупаем тогда. Хули. О, купили. Ха-ха. Ага, для этого 14 синих заданий. Ну вот. Значит, это у меня второго уровня. И это второго уровня. Отлично. Теперь купить бы Income Multiplier, но 9 синих заданий надо еще выполнять. Token Finder может купить. Хули, а почему бы и нет? Купили. Так, угу. Отлично. Трилкэм тогда потом купим. Ну, чтоб уж все было. А то что это? Че, посмотрим тогда следующее, то, что открылось. Freeway Face Off. Ох. Вот оно. Чупа-чупа-чупа-чупс. Чупа-чупа-чупа-чупс, ля-ля-ля, блядь. Ага, 40 тысяч задания. Время 6:30. Ну да, это, наверное, на следующую часть уже. В общем, мне нужно за 6 минут 30 секунд... Тачку, что ли, то надо обогнать. Face off against... Короче, против гиперкар какой-то. Вот это и есть гиперкар, который впереди. Ну вот, это тогда уже на следующую часть оставим.